Розпочинаємо брифінг народного депутата України Михайла Макаренка, фракція «Опозиційна платформа за життя». Здравствуйте, уважаемые телезрители и те, кто нас смотрит. Ну что я вам хочу сказать? Не очередная сессия, потому что неделю мы рассматривали вопросы о казино, об игорном бизнесе. Такие же серьезнейшие вопросы, а сейчас не очередная сессия. А у нас же других вопросов нету. У нас нету вопросов о том, что случилось с наводнением в трех областях Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой. У нас и никто не освещает, ни Кабмин, ничего. Что они делают? Ведь столько же людей пострадало, столько же судеб разорвано. Этого никто не говорит. Не говорят о том, что у нас в Луганске пожар, где есть жертвы, как выходят с пожара, как финансируются, какие планы, все. А у нас все нормально. У нас казино полным ходом, игорный бизнес, казино, у нас же других проблем нету. Экономика, 200 миллиардов дыра в бюджете, все нормально. У нас нету ни коронавируса, у нас нету никаких проблем, вы понимаете, настолько экономически, в медицинском, в других отраслях, все у нас настолько нормально, ну, чисто как 30 лет назад третья экономика, третья по экономике в мире Украина была. В пятерку входила, в мировую пятерку по выплавке стали. Все нормально, мы идем в прогресс и все в скобочках. Ну, давайте теперь о проблемах. Сейчас у нас проблема — это выборы. Ну, расскажу за столицу. Я думаю, что наконец-то слуги народа определились. И стала грамотная, симпатичная женщина Ирина Верещук от слуг народа кандидатом мэра города Киева. Я думаю, что единственное, Виталий Кличко расстроился, потому что это человек, где привык дело иметь с мужчинами, а тут женщина, и он, наверное, не знает, как поступить. Но самое для Ирины Верещук, самое неприятное, что она симпатичная, красивая и разумная женщина. А в городе Киеве 775 тысяч женщин. Ну, я как акушер-гинеколог говорю, что у женщин антагонизм друг к другу. Поверьте мне. И я думаю, это единственное, что спасет Виталия Кличка. А теперь я так, ремарку, шутку. А теперь давайте мы поговорим о наших проблемах. Разумный китайский народ говорит: не дай Бог жить вам в период реформ. А мы в период реформ идем, все у нас нормально, все, давай, все наживное, кроме здоровья. Скажу пару слов за медицину. Продолжается реформа, второй этап в медицине. Закрываются туб-диспансеры, закрываются псих-диспансеры. 24 тысячи человек психически нездоровых людей уже среди нас. И я не буду говорить, если вы хотите, вы лучше меня, посмотрите, сколько они уже горя принесли в быт. Они не дойдут до этих, где с охраной ходят, все, а сколько они горя людей принесли. Ну, никого не интересует. Не интересуют проблемы туберкулеза. Ведь только за первые, вы посмотрите, за 10 лет у нас на Украине смертность превышает рождаемость. И вот сейчас у нас идет коронавирус. И никто не говорит, выступает даже мэр Кличко, говорит: ай-яй-яй, 86 случаев в Украине, в городе Киеве, карантин мы не можем отменить, все, 14 человек умерло, и все. А где планы? А где медики? Ведь самые лучшие медики в столице сосредоточены. 122 посольства. Они же смотрят, что мы делаем. А у нас 59 тысяч зараженных, 1700 умерших. Из этих 1700 умерших и дети есть, и врачи. Никто же не говорит, ну 500 врачей умерло. Мы, которые проголосовали, чтобы 300% добавки были. Потом посмотрите, сейчас вот я готовлю с теми
семьями, которые врачи умерли, и как они ходят, ведь мы уже проголосовали это все, и они не могут получить компенсацию за врачей, которые стояли за ваше здоровье на первом этапе. Вот у нас все, а у нас сейчас идет реформирование районов. Из 490 районов хотят сделать около 110. Ну посмотрите, вы же умные люди. Ну совсем недавно, в 1963 году, была проведена эта реформа. Год продержалась, и те люди, которые предложили, они были изгнаны. Потому что горе принесла эта реформа. И вы посмотрите, вот эта сейчас реформа, когда она произойдет, вы посмотрите, через как она провалится с треском. У нас же других проблем нету. У нас же нету проблем. У нас бюджет нормальный, медицина нормальная, все врачам оплачивают, все. Я даже не осуждаю тех медиков. Вот в Харькове открылась инфекционная больница для коронавирусов. Половина медиков ушла. Я их уже не осуждаю. А почему я не осуждаю? Потому что эти люди, они посмотрели, что они для государства не нужны. 6 месяцев это было. Но я думаю, что единственное, что мы, украинский народ, мы привыкли к стрессам. У нас все время мы в стрессовых ситуациях живем. У нас в Донецке, Луганске неспокойно. Там неспокойно, там... И смотрим, что все хорошо, а мы все расширяем, все, игорный бизнес, пожалуйста, реформы районов, пожалуйста. 5 миллиардов выделяется от гривен на дороги, но на медицину ни грамма не выделяется. Вот нам проспекты нашего будущего. Но я думаю, что мы выйдем с этого ситуации. И самое главное, вот мы депутаты Верховного Совета. Ведь вы посмотрите, мы даже, будучи, мы каждый, я не осуждаю никого, но каждый депутат, где у нас, он хочет что-то сделать хорошее для народа. Но у нас такой какой-то антагонизм друг к другу, что мы со многими друг к другу не здороваемся. Ведь посмотрите, в нашей партии, фракции ОПЗЖ, профессионалы, которые люди работают, люди знают, как что делать, сколько мы поправок. Ну, посоветуйтесь с нами, ну, возьмите, что, как делать. Вы же видите, что вы потом будете удивляться все. Но никто и не хочет, чтобы мы, наверное, чтобы у нас было на Украине все хорошо. Как мне хочется выступить перед вами с чем-то хорошим, рассказать о каких-то достижениях. Ведь у нас никаких промышленности нету. Заводы, которые были, мировые заводы на весь мир, что-то нету. Космоса нету, медицины нету. Ну, все отрицательно. Но я буду думаю, что так будет навсегда. И как, может, доживу до того времени, когда я перед вами буду выступать и говорить только о хорошем. И напоследок я хочу, чтобы те, кто нас слушают, все наживное, кроме здоровья, чтобы вы все были здоровы. Я вам желаю. До свидания. Дякую за інформацію. Брифінг завершено.